Приветствую вас, друзья, и в этом видео мы рассмотрим новую карту в предварительной версии Anturn 3.0. Если раньше вам нужно было искать где-то карту, то теперь вы можете просто нажать Tab, перейти в меню информации и сразу увидеть карту. Либо нажать просто букву M. На карте будут отмечены все города и какие-то особые места. Также на карте будете отмечены вы и ваши друзья. Вот такими аватарками с надписью из вашего профиля Steam. Также карту можно приближать или отдалять с помощью вот этих вот двух кнопок. На хардкорных серверах этой карты не будет и, возможно, ее даже вообще никак нельзя будет найти. Также на карте пока нету стрелочки направления игрока и, к сожалению, нельзя сделать какую-либо отметку на карте. Но опять же, в будущем все это изменит, что-то поправит, что-то добавит и так далее. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео.